«Волна Плюс» представляет информация и объявления на Печорском телевидении. Вы выбрали? Мы покажем! Скоро «Ночь кино». Кинотеатр имени Максима Горького приглашает всех любителей российского кинематографа провести время за просмотром фильмов, которые уже полюбились нашему зрителю. 27 августа в честь Дня российского кино в зале кинотеатра пройдет бесплатный показ 4 фильмов, за которые проголосовали сами кинозрители. В 16 часов «Снежная королева 3», «Огонь и лед» плюс мульт «Лото». В 18.15 «Время первых». В 20.45 «Кухня. Последняя битва» плюс интеллектуальная видеоигра. В 23.25 «28 панфиловцев». Вход свободный. Справки и бронь по телефону 376-06. Внимание! 24 августа спектакли Московского независимого театра «Анна Каренина» и «Золушка» переносятся из зала МКО «Меридиан» в зал городского объединения «Досуг». Билеты действительны. Справки по телефону 776-96. «Шугаринг». Обращайтесь по телефону 8-904-868-08-78. «Анна». Внимание! С 20 до 24 августа в торговом центре «Рио» по адресу улица Ленина, 22, на втором этаже. Последний летняя распродажа шуб производства России. Большой выбор, приемлемые цены. Норка от 59 900 рублей, мутон от 7 900 рублей, дубленки от 4 900 рублей, а также шапки, пальто, пуховики. Рассрочка платежа без первоначального взноса. Нужен только паспорт. Акция «Меняем старую шубу на новую». Успей купить шубу выгодно. Вас ждут с 10 до 19. Кинотеатры имени Максима Горького приглашают 27 августа на всероссийскую акцию «Ночь кино» с 16 до 20.40 и с 20.45 до часу 35. Развлекательная программа, показ лучших фильмов, розыгрыш призов, вход свободный. Адрес: улица Советская, 16А. Бронь билетов по телефону 376-06. На территории Республики Коми продолжается третий этап внедрения комплекса ГТО среди всех категорий населения. С 1 января 2018 года вступят в силу новые государственные требования ГТО в соответствии с приказом Министерства спорта России от 19 июня 2017 года номер 542 об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 2018-2021 годы. Для всех желающих испытать свои силы и выполнить нормативы ГТО в муниципальном районе Печора открыты два центра тестирования по отрасли образования на базе Печорского промышленно-экономического техникума. Телефон 354-45. Для других категорий граждан на базе спортивного оздоровительного комплекса «Сияние Севера». Телефоны 332-49 и 8-904-226-13-31, в которых можно ознакомиться с порядком регистрации на официальном сайте www.gto.ru. Порядок тестирования, графиком работы центра и площадок для испытания. Организация реализует оптом. Комбикорма для кур, свиней, крупного рогатого скота, кролей. Кормосмесь универсальную, мелкормовой, пшеницу, ячмень, овес. Обращаться вы можете по адресу Печорский проспект, 80А. Телефоны для справок 741-40 и 460-70. Магазин «Гармония». Поступление школьной одежды. Юбки от 600 рублей, блузки 850 рублей, платье школьное 1100 рублей, рубашки для мальчиков от 400 до 700 рублей, школьные костюмы 1500 рублей. Ждут вас по адресу улица Советская, 35, с 10 до 19. Продадут пианино «Красный Октябрь» БУ. Недорого, звоните по телефону 348-24. Найден кот шотландской породы, кастрирован. Хозяева, отзовитесь. Котик очень переживает. Звоните по телефону 8-912-967-7238. Разместить информацию в программе «Информ ТВ» вы можете, обратившись в наши центры обслуживания клиентов по адресам улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Телефоны рекламной службы 356-90 и 363-22. Внимание! Информация дублируется на сайте «Волна Плюс». С 21 по 27 августа при любой покупке в сети 7 марта дисконтная карта в подарок.